Добрый день, с вами компания «Электромотор». Мы хотим представить вашему вниманию печку «Булерьян». Это серия «Канада» с варочной поверхностью. В данной модели печи она идет нестандартно, два в одном. То есть здесь помимо топки и отопления помещения, вы также можете использовать варочную поверхность сверху. Компания «Электромотор». То есть здесь она еще присутствует, варочная поверхность. Также здесь есть стекло. Канада с этой серии, она делится на несколько позиций. Это может быть канада обычное классическое исполнение, да, с варочной поверхностью. Может быть со стеклом, как в данной модели. То есть вы видите огонь. И также может быть с перфорацией. Дополнительно вот такие вот ребра накладываются на саму печку. То есть декоративная, ну и плюс она защищает, чтобы вы не прикасались к горячей печи во время ее работы. По таким конструктивным нюансам вкратце. Сама печка изготовлена со стали, толщина 4 мм. Это очень хороший прочный материал, жаростойкий. Она покрашена порошковой покраской. Довольно-таки качественно, хорошо выглядит. Труба подключения у нас дымохода находится сзади, диаметр трубы 120 мм. Здесь у нас есть перекрывающаяся заслонка. Вот, впереди заброс, куда мы закидываем топливо, дверца, и также здесь регулятор тяги. Сверху у нас имеются отверстия, то есть в данной печи они могут иметь различное количество в зависимости от модели. Это 0, 0,1, 0,2, 0,3. То есть в зависимости от мощности и сколько будет данная печка отапливать помещение, сколько кубов. Значит, здесь у нас идут такие вот трубы, которые, грубо говоря, по кругу обшита сама печка. И вот через них проходит тепло по типу конвекции. Вот такой вот. Это вкратце самые такие основные моменты по печи. Если какие-то еще дополнительные вопросы у вас возникнут, вы всегда можете задать менеджерам нашей компании, ну и, конечно же, купить данную печку. Купить вы сможете по телефончику 044-530-38. Также не забывайте, цены на сайте ознакомительные. Всегда торгуйтесь, мы всем уступаем и предоставляем дополнительные скидки.